Так, ребята, протасы. Протасы у нас эпичные. Протасы сегодня будут. И они будут у нас против тирана. Именно вот так вот. Сегодня. Посмотрим, сможет ли тиран справиться с нашими эпичными и коварными стратегиями. Оп. Так, сначала введем его в ступор, конечно же. Такими вот штуками. Ставим вторую базу и идем ставить прокси. Прокси-пилон, с которого у нас будет секретная заготовочка, конечно же. И тут ничего у нас нету, никаких прокси-бараков. Хорошо. Очень большая карта, сейчас за рипером будет долго гоняться. Вот и рипер, в принципе, прилетел. Есть пара маневров, правда. Так. Этих умигающих вечно риперов, конечно. Опачки. Так, делаем разведочку, смотрите. Сейчас до варпик. В разведке танк, короче, бараки ставят, все как обычно. Третья ЦЦХ, типичный тиран, короче, просто типичнейший, я бы даже назвал, с вот этими быстрыми ЦЦХами. Так, а что это у нас до сих пор там ничего нету, и мы, в принципе, можем вот сюда вот идти уже готовить нападение. Ух, так, как мы это делаем? Смотрите, мы делаем иллюзию Мортала. И она танканет, короче, все. В то время как настоящие Морталы идут и разбивают танк.
Сразу же Филд, никто отсюда не убегает. Никто отсюда не убегает. Куда ты собрался, братишка? Задедосить нас решил. Улетает ЦЦшка. Ну, улетать ЦЦшки можно, однако. Ну, это просто тупо внезапнейшая атака. Вот так вот. Просто Тераны, понимаете, он разведал, что вторая база у Протоса. Он такой, ну, Протос мне, наверное, ничего не сделает в ближайшие 2 минуты. А мы приходим и разваливаем. Вот такая вот у нас эпичная стратка. Надеюсь, вам понравилось. Слушай, мне вообще плевать, поставишь ты лайк или нет. Мне главное, что ты досмотрел до конца, а значит, тебе понравился контент. И это для меня самое главное. Ну, Ютубу не плевать, поэтому поставь, пожалуйста, лайк и оставь коммент. Так сможет большее количество людей увидеть этот контент. Ну и смотри другие мои ролики, они тоже классные. И не забывай там подписаться где-то тут.